Всем здравствуйте! Сегодня Оксана Пушкина с прискорбием сообщила о своей утрате, не стало ее бывшего супруга Владислава Коновалова. Коновалов работал телеведущим на ленинградском телевидении, он был старше Пушкиной на 20 лет. Вместе они прожили без малого 30 лет. Сегодня журналистка сообщила трагическую весть. 9 дней назад ушел из жизни выдающийся журналист, обладатель отечественных и международных профессиональных наград. Мой учитель, мой коллега и моя первая настоящая любовь – Владислав Коновалов. Мы прожили вместе 27 лет, потом наши пути разошлись, написала она. Пушкина познакомилась с Коноваловым, когда была студенткой. Поначалу это было дружеское общение, вскоре Владислав предложил Оксане работу журналистом и стал ее начальником. Тогда еще сценарист был женат в третий раз, но он не смог устоять перед молоденькой подчиненной и сделал ей предложение. У пары родился сын Артем. После долгих лет брака Пушкина все же развелась с супругом из-за его многочисленных измен и наличия внебрачных детей. «Сегодня я бы поздравила его с очередным днем рождения, но этот день совпал с днем его памяти. Спасибо тебе за уникальные уроки жизни и потрясающего сына. Ты, твои передачи, фильмы, книги навсегда в наших сердцах. Недосягаемый в профессии. Вечная память», скорбит 60-летняя журналистка. А у нас на этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на канал. Всем пока-пока.